Ксения Прокопьевна Редькова, тогда еще Прокопьева, родилась в самом начале 1917 года, а уже через два месяца случилась первая революция, затем вторая. И хотя в деревне Хорнзор Цивильского уезда Казанской губернии особых событий, связанных со сменой власти, не происходило, свой первый день рождения Ксюша отмечала уже гражданкой новой страны – Советской России. Впрочем, этого Ксения Петровна, разумеется, не помнит. А вот то, как работала вышивальщицей в артели, как занималась спортом, запомнила отлично. То военная спортсменка была, которая вставала по плаванию, переплавала Волгу. На лыжах, на велосипеде, то горка и обратно. Это я все стала. Ворошиловский стрелок, и только у меня есть ворошиловский стрелок. Стреляла очень отлично. Это у меня и значок есть, когда... и ворошиловский стрелок есть. Молодая была. А бегала, бегала. По бегу тоже первое место занимала. В юности Ксения хотела стать медицинским работником. И мечта сбылась. Она попала в самый первый набор фельдшерской школы, открывшейся в Чебоксарах в 1936 году. Приехала, поступила. В 1938 году кончаем учебу. Двухгодичной было. Пришли с военкомата. Каждому вручают удостоверение. Еще со званием младший лейтенант медицинской службы. В случае войны мы должны были явиться сами в военкомат. Как началась война, конечно. На третий же день в отправлении было медицинских работников и обкому партии людей отправились. Я ходила, почему меня не отправили в военкомат. Вы обордите, потому что здесь открываться будут госпиталь в Чебоксарах. Надо будет работников, медиков. Но я хотела, много раз ходила. В конце декабря 41-м году пригласили и оформили первый стрелковый запасной полк, который организовался в Чувашии. Это в Цивильском было. Прибыли туда рабочие из-под Москвы, из Тулы, и остальных собрались. Командиры были, и медик еще там была женщина. Отправили нас в Москву. В Москве присоединили нас 349-й отдельный пулеметный артбатальон. При наступлении через Можайск. Можайские чего не видели, и виселицы еще сохранились. Из балкона люди, коммунист написано, висел. Лежали солдаты выколотыми глазами. Вообще страшно было, ужас. То шли наступлением, то города Шацк. В Шацке к этому времени у меня похудели сапоги герзовые. Я 38-й, 37-й ношу, а тут 43-й было. 43-й. Мне командир говорит, вас, говорит, пошлем в интендантскую службу заменить сапоги и будете получать
санитарной сумки. Под вечер пошла, меня приняли, кормили там интендантские службы, заменили сапоги по размеру 39-й, спортянки новые подали, на рассвете вышла обратно. Иду и вдруг слышу гул самолета немецкого. Смотрю, а там поле. Наша часть стояла в лесу, интендантская служба в лесу, а между ними чистое поле. Вот думаю, сейчас увидят меня и возьмут в плен. Испугалась. И действительно на меня летит. Я туда быстренько повернула в сумке крестом на спину, легла вниз головой. Прежде чем прошел ведь, еще круг сделал, мне показалось, даже обстреливали они, потому что пыль подналась впереди меня. Еще проверочный, наверное, заход сделал. Улетел, откуда прилетел, туда же улетел. Командир наш говорит, на разведку, наверное, вышла, говорит. И тут через два дня получаем приказ главнокомандующего Сталина за три часа собраться, отправиться в Сталинградский фронт. Выгрузили остров Колодный. Это остров Колодный против элеватора как раз, где старый Царицын. Заметил немец. Первой ночью прошли вроде нормально, а другой день вдруг снаряд и бомба. Но больше этого не было. Вот это два раза получилось. Там уже приготовлено было землянки, траншеи. То у нас приготовлено было все. Когда Волга встала, меня пригласили в штаб. Пришла. Вот командир говорит, у нас, говорит, мужчин нет, медиков нету. А думаем, говорит, вас послать. Не подведете, говорит. Конечно, нет, как же, я говорю. И наш, я видел, что наши разведчики сидели, я их всех знала. Вот мы все отправились, спустились. Шоколадом дали мне, остальным по 100 грамм, наверное, это за смелость. Спустились, по льду идем, а днем, я говорю, как днем, висели висящие фонари над Волгой. Видно было. Шли, потом командир говорит, дальше пойдем по Ластунске. По Ластунске прошли. Вдруг наши заметили три фигуры. Такие же, как мы в масхалатах. Командир говорит, тихо, пойдем. Их уложим. И так получилось. И взяли у них все эти документы и остальное. Один что-то не поддавался, прыгался, не знаю как. Двое что-то вроде нормально все дали. Теперь, говорит командир, вернемся в штаб. Приходим в штаб. В штабе тепло. Командир начал их допрашивать, этих двоих,
А они одеты были, такие жубенки на них. И оказалось, эсэсовцы. Оба эсэсовцы, и трое, и третий тоже, наверное. А потом мы узнали, они летали и заблудились, и попали вот в наши руки. В сталинградском противостоянии Ксения Прокопьевна участвовала практически от начала и до конца. Навидалось столько, что хватило бы на две войны. Поток раненых не иссякал ни на минуту. Но самое яркое воспоминание, символизирующее окончание Великой битвы, как фашистам транслировали ультиматум советской стороны с предложением сдаться. Совсем мало ждали. Сдался, говорят. Сдался. На белом флаге, говорят, сейчас вышли из штаба, идут к народу. Кто, говорят, верховую, кто пешие командиры, которые там находились. И начали освобождать улицы за улицем всех этих солдатов. Командиры хоть пешие командуют, которые верховые. Вот кино видели, ведь каких, сколько такое длинное. Ой, они какие плохие одетые. Ноги у них, что попало, одетые. Предлагают. Часы дают, а надо кушать. Кушать дайте. Павлюса издалека, верховую видела, издалека. Вот он, говорят, Павлюсам. После завершения сталинградской операции Ксения Прокопьевна вместе с однополчанами попали в распоряжение Приволжского военного округа. Пока добирались до штаба, заночевали в одной деревне. Крайний дом сошла, Мазанка. Сошла. Старик со старухой. Мне показалось запах печной хлеба. Как вспомнила отца матери, они вдвоем остались у меня дома. Тоже под 80 лет. Слезы появились. А эта старуха говорит, чего вы расплакались? Я говорю, у меня тоже родители, я говорю, твоем. Пожилые, я говорю, вспомнила о них. И мне стали угощать. Хлеб нарезали. Картошка с бульоном угощали. И сами вместе кушали, конечно. Я теперь им сухой паёк половить, сахар. И консервы, комок сахара и консервы оставила. После Сталинграда была Курская дуга, затем новое назначение в авиаполк авиации дальнего действия тяжелых бомбардировщиков. Вместе с летчиками продвигались в сторону границы, затем оказались в Польше. Там даже прошедших практически всю войну бывалых солдат ждало тяжелое потрясение. Недалеко от Люблина располагался второй по величине лагерь смерти – Майданок. Перед чем крематории поступать, то этого проверяли. Специально было комната проверять, нет ли там что-нибудь, золотые вещи у них, или человек проглотил, или что-нибудь. Камера, вот там та же. Женщины есть с ребенком, прям затолкали несколько человек. Снизу дырочками пропускают газ, а сверху сионисты. И стоя они все умирали. У кого с носа кровь течет, у кого рта. Потом их погружают в вагонетки и печь.
сжигать. Мужество и героизм, проявленные чувашской девушкой на войне, не остались незамеченными. Ксения Прокопьевна награждена орденом Красной Звезды и медалями за боевые заслуги, за оборону Сталинграда, за взятие Будапешта, за взятие Берлина, за победу над Германией. 9 мая 1945 года встретила на аэродроме близ Берлина. Вообще, первые майские дни были очень насыщенными событиями. Новости приходили одна за другой, все ждали окончания войны, и даже странно, почему на этом фоне запомнилось, как летали в соседний городок за посудой. В своей столовой ее не было. Случилось это накануне Дня Победы. И вдруг война кончилась, объявляют. Ух, наш летный состав, где они находились, начали стрелять через окна. А я бегаю, ой, война кончилась. В столовую пришла, я плачу, а это, который мы посуду привезли с аэродрома немецким, повар выносит вот эти, бросает. Это питеровский. А потом чем кормите, на чем кормить будете, я говорю. Все, не бей. А ты сама чего плачешь? Как мне плакать, я говорю? Война кончилась. Все срастались без мужей. Все вспомнила, все. Молодой человек, которому мы дружили до войны, он призывался 1939 году призывался в армии. Слово дали, конечно, друг друга ждать. С молодым человеком Ксения Прокопьевна так и не увиделась. Убили его, как и многих других родных и знакомых людей. Из Чувашии на фронт Великой Отечественной войны ушли 200 тысяч человек. И каждый второй остался на полях сражений. А Ксения Прокопьевна вернулась. Суждено, наверное, судьба есть у человека какой-то. Ангел-хранителя, я верю. Сегодня Ксении Прокопьевне Редьковой больше 100 лет. Она пережила 2 революции, 3 войны. На ее глазах появилось, жило и исчезло с политической карты мира целое государство – Советский Союз. Но и в новой России таких людей, как Ксения Прокопьевна Редькова, ценят и уважают. Потому что без них не было бы нашей истории. Указан главе Чувашской Республики за многолетнюю плодотворную работу во благо Чувашской Республики и активную общественную деятельность наградить медалью ордена за заслуги перед Чувашской Республикой Редькову Ксению Прокопьевну, ветерана Великой Отечественной войны, города Чебоксары. Поздравления уже Верховного Главнокомандующего нашей любимой Российской Федерации, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Уважаемая Ксения Прокопьевна, примите искренние поздравления с юбилеем. Вы принадлежите к легендарному поколению победителей и созидателей, которые с честью прошло через тяжелейшие испытания военного времени. Восстановило страну, создало тот фундамент, который служит нам и сегодня. Ваш жизненный путь, любовь к родине, сопричастность к ее судьбе являются достойным примером для молодежи. Для всех нас желаю вам доброго здоровья, бодрости духа и всего наилучшего. Президент Российской Федерации Владимир Путин!